Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и добро пожаловать на видосик по игре The Infected, инфицированный, или как вы уже привыкли уже говорить, инфекция. Что ж, такие у нас времена, к сожалению, но мы продолжаем. Смотрите, какая у нас получилась вот это вот гринхаус получился, это у нас теплица вот такая крутая, я еще после видоса еще немножко поработал, сделал, короче, чтобы все было красиво. Это у нас огурдички, это у нас кукурузка. Вот такие вот светильники, если можно их так назвать. Тут еще два светильника. И здесь печечка. Говорят, не нужна, но не нужна, то есть, но мы не писали, что она все-таки нужна. Пока что она нужна. Потому что без нее что-то там не успевает вырасти и портится. Нам это не надо. Хорошо, что по статам? Белки, вода, жажда и так далее. Короче, значит, смотри, нам нужны углеводы. И витаминчики, давайте посмотрим. Короче, начинаем вот здесь. Начинаем вот так и делаем вот так. Сейчас посмотрим. Первый раз я сейчас кушаю что-то из своей теплицы. Это же круто. Чпоньк, чпоньк. Шикарно, витаминчиков здесь было побольше. Немножечко. У нас еще картошечка здесь растет. Это вообще идеально. Так, давайте мы вот так вот сделаем. Вот так вырастим себе статы. И будем, как говорится, заниматься дальше своими делами. Что ж, это все круто, все обалденно, но сколько я это поливал, это полный трындец. Само собой, под конец я сделал себе флягу алюминиевую, да, большую флягу по 200 объема. Но дело в том, что по-любому, как бы, даже если у тебя тут вода рядышком как бы есть, снег и так далее, это по-любому долго, потому что грядок здесь у нас дохренище, и это занимает очень много времени. И беготни туда-сюда, чего нам не нравится и не нужно. Поэтому мы должны сегодня сделать, если получится, сейчас посмотрим, как это, что у нас химичится. Нужно сделать вот этот вот колодец, нужно сделать. Ему нужен алюминиевый слиток, 10 штук, самая большая проблема. И электрические детали, давайте посмотрим. Во-первых, алюминия у меня, это я точно знаю, только 6 штук. Этого мало. И электрические детали нужно 8. У нас их только 2. Это большая проблема. Но электрические детали, как нам игра пишет, делаются в улучшенном верстаке. Давайте посмотрим улучшенный верстак, что у нас делает. И где это у нас тут? Так, секундочку. Вот он. Улучшенный верстак. Нуждается в... Вы. В технологии не получено. Вы поняли. Это мы должны еще изучить. То есть эту технологию мы сделать не сможем. Смотрите. Эту хрень мы найдем вот в этом вот городе. Как я понимаю, это у нас последний город на этой карте, потому что вот у нас один город, второй город и третий город, где есть дома с технологиями. То есть нам нужно срочно туда пойти, потому что мы нуждаемся в этом улучшенном верстаке. Электрические детали нужно скрафтить самому. И плюс к этому не забыть, что эта штука, вот этот колодец для воды, он просит 100 электричества. Для того, чтобы сделать 100 электричества, нам нужно ветряк, минимум 5, да? Или солнечные панели. Две солнечные панели и примерно один ветряк. Но это и то, мне кажется, это приблизительно будет, да? Потому что здесь может быть больше, меньше, в зависимости от солнца. Может быть, я не знаю. И само собой, здесь тоже нужны как бы алюминиевые слитки 5. Здесь у нас алюминиевые слитков 10, чего у нас нет. Потом нужно панель управления сделать. Потом нужно солнечную батарею сделать. Это тоже нуждается в своих ресурсах. Поэтому, чтобы добыть тот же алюминиевый слиток... Слитки, ну вы поняли, о чем я сейчас. Здрасте, здрасте, ну не надо, не ломай мой забор, не ломай, иди. Иди сюда, я тебе ворота открыл, чё ты, блин, ёлки-палки, сюда, кому говорю. Красавчик, Wemby's Life, Wemby's Life, или как там было написано, хрен его знает. Короче, вы поняли, о чем я сейчас говорил. Надеюсь, все это вот как бы врубились, о чем я тут говорил. Меня перебил этот зомби, блин. Так, нам нужен еще один экстрактор. Обязательно. Этот уже топливо не имеет, но это не проблема. Нам меди столько не нужно. Смотрите, один экстрактор. Он просит железных слитков 20 досок. У нас проблем вообще нет. А вот железных слитков 20... У нас нет, потому что вот он, пустой. Значит, я сейчас пойду как бы работать и начну добывать железные слитки. То есть камни загружать сюда, короче, все это вот дело химичить. И вы все это вот дело знаете. Статы подняли себе. Конечно, жажда, белки, углеводы, жиры, витамины, короче, все по максимуму. Там у нас еще немножко еды было. Поэтому вот такие вот дела. И перед тем, как я там добывать эти вот камни буду,
Мне нужно... А что случилось? У меня мышка... А, нет, да, мышка у меня разрядилась, блин. Да, конечно. Короче, когда берешь какие-то ресурсы, кушаешь, да, то тебе нужно обязательно все это вот засовывать обратно. То есть семена огурца, огурцы, короче, кукурузку, кукурузку мы сюда, короче, ставим. Смотри, у нас тут даже была вода немножко. Это круто. Знаешь, это как дерево. Вырубил одно дерево, нужно посадить два или три, чтобы у тебя было на потом, на будущее. То же самое с этими грядками. Так, с воды тут достаточно, более-менее. Идем работать. Так, с биотоплива, говорят, нужно, да? Давайте тогда сделаем пару этих штук. Да там у нас еще пару баночек есть, как бы это не проблема. Но, раз пару штук есть, это же не значит, что нужно их всегда брать и это вот использовать. Разделить, иди сюда, вот так вот. Пока что нормально, я это все... Ты это работай, работай. Только вот камни, вот сейчас мне нужны только камни, смотри. Прям только на камне его и поставлю. Так, с уголь забираем, вообще все забираем. К сожалению, мне кажется, я с... Не, перевеса пока что нет. А, ну ничего страшного, я добегу. Добегу до нашего местонахождения. Или... Сейчас, серьезно, прям одна штука, ну окей. Так уж и быть, так уж и быть. Вот так вот, все. Теперь он будет добывать только камень. А мы будем передвигаться медленно. Прям в этот, в слоу-мо. Кстати говоря, в этой игре медленно вот так вот ходить нельзя вообще никак, только с перевесом. И таким образом можно снимать прям хорошие такие моменты, кадры, знаешь, типа загрузил себе персонажа и снимай себе красивые такие картиночки. Вот мне интересно, я столько дел, короче, сделал, мне интересно сейчас, я взял и пошел за другими камнями. А экстрактор в это время забил уже сундук? Этими камнями или нет, потому что один камень добывается вроде бы в одну минуту. А я на все это, все эти движения, которые я сейчас химичил, это потратилось на это довольно много времени. И очень интересненько. Я сейчас вернусь, допустим, с полным... Блин, ни хрена не видно, и зимой вот эти вот ящики тоже подсвечиваются. Приду с полным ящиком камнями. Будет ли экстрактор полный? А что так мало, блин? Ё-моё, с одного камня. Очень мало. Да, круто. Смотрится довольно круто. База наша вообще великолепная. Правда, нужно еще заняться этим... обустройством базы. Ну, в смысле, там внутри, что было, было там мебель. Что было все по фэншую. Вот чем нужно заниматься. Здрасте, так, погоди секундочку. Я тебя заберу. Отлично, с тебя мы не забираем ни... Ничего. Там был волк, не? А, вот он. Такс, есть контакт? Есть контакт, забираем. Немножко мяса. Чё такое? Места у нас не то. Ну окей, ничего, ничего страшного. Так, вопросик. Вопросик. А нифига, блин. Вообще нифига. Сейчас посмотрим, когда будет ноль. Реально за одну минуту один камень? Или это все-таки немножечко меня обманули-то, а? Чё, одно мясо с волка? Странно, не помню, сколько у нас было в прошлый раз. Но одно мясо, мне кажется, это прям очень мало. Так, иди сюда. С тобой мы еще немножко поработаем. Поработаем. Вот так, нам нужно очень много железа сейчас. Дофига, потому что для всякой хрени нужно железо. Что у нас тут уже? Все заканчивается. Да, заканчивается. В таком случае давайте мы угля немножко заберем. Все-таки буду топить углем. Хрен с ним. Тем более, если занимаешься... Так, раз, два, три, четыре, пять. Если занимаешься только топкой, именно уголь нужен только, если занимаешься вот только топкой. То есть ты сейчас добываешь металл, ну, типа там плавишь камень и так далее, то да, уголь уместен. А если ты тебе нужно только один, там, не знаю, этот... это много. Нужен один кусочек там какого-то алюминия или что-то типа этого сплавить, то уголь тратить... Не советую. Или нужно просто тушить печку. А чтобы потушить печку, это опять же время. Правильно? Правильно. Блин, вот ты ж зараза, блин. Вот ты ж зараза, случай. Вообще, давай, работай. Они все, короче, зараза, окей. Давай, успею? Ни хрена не успею. Так что вот так, короче. Если тебе один там слиток нужен, то само собой уголь тратить для этого не надо. Вообще невыгодно и не рекомендую. Прям стоять. Прям вообще. Гори, гори, ясно.
Эти горят, вот эти горят, и потихонечку. А что у меня? Стоять. Поставил, просто не зажег, понял. Иди сюда. Вот таким вот образом это все делать. Довольно муторно, говорю сразу. Но без этого никак. То есть только так ты себе добудешь железо. И еще, блин, с этого, с каждой этой хрени, блин, нужно 5 фрагментов для того, чтобы сделать один слиток. Но это долго, реально долго. Опля, перегрев, перегрев. С левой стороны внизу написано overheating, перегрев. Значит, мне нужно сделать следующее. Давай, давай, охладись. Мне нужно сделать вешалку. Пока мы тут работаем только с этим, с металлом, мне нужна срочно вешалка. В этом обновлении, кстати, да, я забыл об этом сказать, да, но там у нас была вешалка. Сейчас мы ее найдем, где-то она тут была. Вот она, в хранилище. Железных слитков 5 и пластика нужно 2. Тогда вешалка, смотри, мы ее поставим где-то, блин, у входа. Я не знаю. Давай вот здесь. Вот давай прям вот здесь. Зашел, разделся и иди дальше. Ну, прям у окна, ничего страшного. Вот так вот. Чпоньк. Красиво. Пластика 2 штуки нужно, да? Пластика, говорят. Так, давай мы слитки все-таки сюда закинем. Пока что. Чуть-чуть. Это у нас металлические слитки. Это металлические слитки. А пластик у нас где-то вот здесь был. Вот он, 2 штуки. У нас целых 8, представляешь? Вот, и железных слитков, ну, нужно 5. Там у нас 2, и еще, сейчас замутим 3. Так, пока у нас там плавится всякая хрень, я хочу сделать кое-что еще. Во-первых, включаем фонарик и шкуру мы сюда закинем. Кость пока что так же, там у нас плавится. Я возьму сейчас досочки. Вы же знаете, что нас тут волки там напрягают, и все это вот дело, как бы это все... А что там, опять не хватает? Ну, давай, блин... Как это все можно сделать немножечко компактнее, что ли? Чтобы оно... как сказать-то? Чтобы оно автоматически здесь все упорядочилось. Нет такой кнопки. Пока что нет. Так, мне нужен молоточек. Кувалда. Нужно починить. Вы поняли, наверное, чем я сейчас хочу заниматься. Нужно починиться. А то у нас все коцанные заборы. Смотри, здесь нужны 2 доски. Здесь 4. Здесь у нас опять же 3. Это не надо, это тоже нормально, терпимо. Короче, сейчас все починю. Не, ну ты прикинь, на починку всего забора ушли все досочки, которые здесь были. Я только сейчас оставлю, только что осталось у меня в инвентаре. Вот так вот, а в основном ушли и отсюда, ну довольно много, не мало. Это стоит, как говорится, недешево. А я иду дальше работать. Так, это нам уже не нужно. Инструмент такой себе. Слитки. Слитки у нас уже есть. Так, по-быстренькому сейчас беру, чтобы тебе показать, как это у нас тут показывается, как это у нас смотрится. Сейчас, секундочку. Забираем вот так вот красиво. Забираем эти. Мне самое интересное, как это работает, вешалка. Во. На мне сейчас одеты вот такие вот вещи. Одна такая вот зимнее пальто одно и зимние штаны. Я могу раздеться, смотри. Наверное, да? Чпоньк. А нельзя, блин, прям на Е нажать, не? Вот так, чтобы... Блин, это нужно все с себя вот так отдельно снимать. Все, я в трусах, короче. Невиденные, невидимые, но трусы. Здесь у нас внутри просто 23 градуса. Поэтому не нужно, как говорится, ходить здесь в одежде. Смотри, я отошел от двери. Сейчас смотрю на дверь. И сейчас будет минус, мне кажется, не? Да, минус 3. Ха-ха, нормально. Все, работаем. Проверяем наш экстрактор. Маловато, маловато, маловато. Сейчас прям 30 секунд здесь постою и посмотрим, что у нас он. Да ну. Ну, давай, давай, там у нас ворота открыты, молодец. Да не этот забор, ты ей только его починил, твою мать, блин. Иди сюда, кому говорю. Копье сломалось, блин, вот говно. Давай, давай, обходи, обходи. Крас. Слышь, мадам, блин, ты куда побежал-то? Вообще страх потеряли, елки зеленые-то, а. Да, минута. Минута, один камень. Один, о, сейчас я уже замерзаю. Вот видишь, это как его, вешалку сделал, разделся и... А раздеваться, одеваться каждый раз, ну это капец. Это на самом деле трындец. Так, что у меня там? У меня камушек дофига и... Да, химичим дальше. Работаем, так сказать, добываем. А вот ураган. Долгожданный
ураган. Минус 31. Это ураган, который нас жестко подхватил в этом, в городе. Минус 41. Сейчас замерзну, конечно. Сейчас, погоди, нормально сейчас будет. Сейчас я в ураганище. 23, само собой, в доме, даже если дверь открыта, это у нас пока не работает. Тут минус 31 уже, минус 41. Минус 41 градус. Я по-любому фризинг, ты представляешь, как у нас здесь дела обстоят. Серьезно? Я надеюсь, это у меня тут минус... В смысле минус 31? Я надеюсь, это у нас не испортится? Так, на всякий случай сохранюсь. Если что, это у нас испортится, то я возьму и это все к хренам, блин, уберу. Да, минус 31 здесь, но пока что теплица работает так, что это у нас не портится. Окей, этому я рад, смотри. Тогда мы здесь раздеваемся, мы чувствуем себя как дома. Прям вообще идеально. Но я страдал жестко в этом... Ха, как уютно дома-то, а? Я очень страдал, когда был в городе, и эта буря началась. Очень страдал прям. И тем более еще ночь. Офигенная тема, да? Хрена из минус 41. Давай, показывай температуру. Успокаивается уже, да? Вообще замечательно. Мне нравится. Вот дома в такую погоду находиться, это вообще идеально. Кроватушка здесь, светильник здесь. Уютненько так, красиво, да? А печки у нас горят. Они горят и горят. А мне тут работать и работать. Задолбался этот металл, блин, таскать и камни, блин, плавить. Как это... Камень можно плавить, а ё-моё, вот игра такая у нас пошла, а? Цветочки целы мои, а? Растения. Да, не завяли. Круто, нормально. Теплица работает. К нам олень просится. Олень, погоди, погоди, олень. Я тебя открою. Олень, стой. Давай, давай, иди сюда. Олень, твою мать, блин. Мясо нужно. Иди сюда, елки зеленые. Голышом, блин, вышел. Вот представь себе, голышом вышел. За этим, за... кожа. Кожа, диванчики у нас пойдут, блин, диванчики. Так, а что у нас кожа здесь? Сейчас мы для кожи местечко найдем. Вот так вот, вот так. Чпонька, иди сюда. Я еще диванчики еще не делал, поэтому я даже не знаю, что для этого нужно будет. А ты у нас тут, это иди, вялься здесь, потому что кушать как бы тоже нужно. Момент такой, нужный. Че, жажда? Нет такого у нас. Чистая вода. С жаждой у нас проблем быть не должно. Попить. Отлично. А буранчик закончился. Вообще замечательно. Так, сплавим-плавим всякую хрень. Да и само собой работаем, конечно. Конечно же работаем. Ты что думал? Там я только плавить буду. Пока там плавится, мы тут добываем. Пока тут добывается, мы тут плавим, короче. Все, как говорится, взаимосвязано. Секундочку. Пила вообще офигенная тема. Давай, убирай. Убирай бревно. Ну, раз, два, три. Есть контакт. Едем дальше. Серьезно? Две бури подряд? Ха. Однако-то, минус 30. Телега. Мы возвращаемся домой. В бурю мы работать не будем. Не-не-не, тут у нас дрова еще, да? А отсюда можно их взять? Не, отсюда ты уже их не возьмешь. Я как бы одет. Но все же-то, ё-моё. Это плохо, когда буря два раза. Мне кажется, бурю за один сезон я видел только один раз. Только один раз. Вот так вот мы работаем. Отлично. Все, забили тут, забили там. И все у нас, да, по красоте. Мы уже замерзаем. Круто. Живут? Живут. Шикарно. Да, мне нужно было покушать. Мне нужно было. А, кстати, ё-моё. Я знаю, я замерзаю, я знаю. Секундочку, секундочку. Мне нужна... да, 200, 200. Чё ты так? Мне нужно побольше воды. Сюда забить. Стоять, сюда запихнуть. И вот так. Водичка нужна будет. А мы замерзаем. Тем самым теряем хпшечку. Драгоценную, да. Так, спичечки горят, это хорошо. Но мы их сейчас потушим, потому что мы уходим.
Не-не-не-не-не, погодите, мне нужна водичка. Мне нужна водичка, у меня есть хорошая фляга. Все, друзья, мы с вами накопили, сколько нам нужно было вот этого вот всего добра. Печки мы останавливаем. Вот приходится, да. Чпоньк. Сколько воды уходит? А, по одной единичке. Ё-моё, я тут думал, что 50 уйдет. Ну просто угли, чтобы не тратились, да? Я пока показываю, что нужно делать, если ты уходишь, а уголь тратить не хочешь. Ну, желательно, как можешь это все не делать. А обязательно, обязательно это делать. Ай, ё-моё, это не обязательно делать. Вот. Что мы делаем сейчас? Нам нужно, как я уже вам говорил, нам нужно вот это вот дело поставить там, где добывается алюминий. Экстрактор минералов, да? Железных слитков 20 и досок, сколько там, 8 было, да? Да, и досок было 8. Значит, мы берем 8 досок. Это делаем вот так, чтобы оно влезло как бы получше, покруче. Там все? Да, там все. Значит, забираем отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь досок. Так, 8 досок, да? Есть контакт. И мне кажется, для ящика, если я захочу ящик сделать, то я смогу еще доски взять, чтобы сделать там еще один ящик. Хрен его знает. Окей. Так уж и быть. У меня где-то был еще топляк. А если не ошибаюсь. Возьмем, значит, все вот эти вот 5 фляг. А я смогу вообще 20 слитков таскать-то? 2 килограмма на 20 мне... Не-не-не-не-не, это нереально. Смотри внимательно, когда у меня начнется перевес. Еще нет? Еще... Ага, он уже даже не влезает. Придется взять весь ящик с собой. Вот на самом деле, это немножко, блин. Ой, как же по-другому сделать? Рюкзак нужен? Само собой рюкзак нужен. Вы скажете, Кент, ё-моё, сделай же рюкзак. Но вы же сами понимаете, надеюсь, те, кто уже смотрели, все знают, что рюкзак пока что я делать не могу, потому что он делается у нас в улучшенном верстаке, вроде бы как, да? Или даже не в улучшенном верстаке. Хрен за где он делается. Так, сейчас, секундочку. Хранилище. А, он делается из кожи, но он у меня не выучен. Вот так, короче. Кожа у нас есть. Не забудьте. Кожа у нас тут есть. Все, есть шкура крокодила. Все у нас замечательно есть. Хорошо. В таком случае мы идем для алюминия. Самая близкая точка. Я бы сказал, что она здесь. Кстати, сейчас зима. Давайте вот сюда и поставим алюминий. Там у нас... Да, здесь алюминий, здесь у нас кобальт, кобальт, здесь, значит, здесь алюминий, там алюминий. Окей, смотри, я сохраняю сейчас. И мы посмотрим на край карты, можно ли по льду ходить и найти край карты. Так, погоди, мне вода нужна, на всякий пожарный. Я возьму с собой. Да, давай, забирайся, чистая водичка. В основном все нормально, да? Блин, ну хреново, конечно, когда мы так делаем, но что поделаешь, иначе вообще никак. То есть 20 слитков металла, 20 нужно для этого гребаного экстрактора. Или, чтобы не мучиться, давайте сделаем по-другому. И его сделаю прямо здесь, смотрите внимательно. Берем вот так вот, еще лучший вариант, да? Тихо, не ори там, блин, мне. Экстрактор. Вот так вот, я его уже перенести смогу, надеюсь, смогу. Надеюсь. Досочки. Намного же легче будет перенести экстрактор, а не всю вот эту вот хрень. Давай. Ё-моё, как же это жестко, да? Тратить столько металла. Я его добывал, блин, ну, я не знаю, 40 минут делал. 40 гребаных минут. Все. Это все есть. Нужно только топляк туда закинуть. Отлично, закидывается. Все правильно. Забрать. Поставить. Где перед? Перед. Это не перед, это ни хрена не перед. Давай развернем тебя. Вот так вот, пока что ты у нас здесь останешься. И, так сказать, экстрактор придется переместить. Давай, иди сюда. Вот такую вот бандуру нам приходится перемещать. Ну, как самый такой хороший такой хозяин, я, наверное, закрою ворота. Так, с нам куда? Прямо? По идее, одинаково. Или ни хрена не одинаково. Ну, давайте, короче, на море пойдем. Чпоньк. Я пошел. Какая же ровная здесь площадочка. Офигенно. Но маленькая. Как я помню, она вроде такая вот малюсенькая. Блин, здесь алюминий, да? Давай тебя, ну, вот прям посередине. Хренась. Вот так вот. Хренась, короче.
разделить пополам. На тебе две штуки, а чё пополам? На тебе ещё, короче, разделить. На тебе по полной работой. И добывай мне грёбаный алюминий. Через 5 минут будет здесь алюминий. Мало, конечно, по одной штуке в 5 минут. Ха. Но он всё-таки, пока мы свои дела сделаем, он будет добывать нам алюминий. Смотри, волны даже замёрзли-то. Так, и на ваших, так сказать, глазах мы делаем что? Мы уходим? Рыбки плавают? Под нашим озером или в нашем озере? Плавают рыбки даже подо льдом. А здесь нифига. Хм. Окей, все, пошли. Я уже хотел уже как бы в прошлой серии, мне кажется, уже пробовать, как здесь край карты показан. А мы уходим. Упаду, наверное, скорее всего. 100%. А вот тебе и край карты. Вот, нарисован как бы вот он здесь. Ну, именно вот по карте, если мы посмотрим. Карта, конечно же, идет дальше, но немножечко, да. А здесь нам игра уже говорит, что ни хрена, Кент. Чё ты это вот не того хочешь? Неправильные у тебя желания. Да, упираемся в невидимую стенку, а здесь уже как бы можно упасть, скорее всего. Ну, круто. Круто, довольно круто. Мир, по идее, небольшой. Такое ощущение, что он большой, но ни хрена он небольшой. Потому что, ну, довольно быстренько везде, куда ты захочешь, доберешься. Здесь, правда, добираться нам нужно будет чуть ли не полдня. Но ничего страшного, мы с этим справимся. Так, что у нас дальше? Дальше у нас, сейчас посмотрим, что здесь добывается. Вроде знаю, что алюминий, поэтому никаких проблем не должно быть. Так, 100% мы знаем, что здесь добывается алюминий, потому что я взял сейчас последний камушек, который здесь у нас вырос, так сказать. И там была алюминиевая руда. Здесь то же самое. Круто. Короче, он будет работать пару дней. Мне кажется, 2 дня или 3 дня даже. Нет, 2 дня, скорее всего. И будет добывать нам алюминиевую руду. Но у нас энергии мало. Плюс к этому мы должны идти домой, потому что сейчас будет ночь, друзья. 9 часов вечера. Нам пора домой. Так, милый дом. Дома хорошо. Да, открываются двери. Смотри, какое освещение. Вот это вот освещение. Вот это вот круто. Вот все растет, вот вообще замечательно. Так, ну-ка, секундочку. А мы сделаем все вот так вот приятненько. По воде нормально все. И фонарей бы вот этих вот понатыкать везде, блин. Ну, в смысле, по периметру там, когда зомбаки приходить будут, чтобы нам было хорошо, чтобы было хорошо их видно. И, кстати говоря, если я сейчас как бы должен сделать, смотри сюда, так, сейчас, секундочку, вот эту вот штуку для того, чтобы поливала наши, как его, гринхаус, то нам нужны алюминиевые слитки, это понятно, мы там уже добываем их, грубо говоря, и электрические детали, которых у нас нет. Это значит, что нам нужен вот это вот улучшенный верстак. Все правильно. Поэтому я сейчас приготовлюсь. Да, стрелы там всякую хрень сделаю себе. И пойдем моментально же в последний город, потому что там у меня будет и большой рюкзак, и так далее. Кто-то говорил, что большой рюкзак находится здесь в правом городе. Нифига. Другой говорил, что большой рюкзак находится здесь в левом городе. Нихрена. Соответственно, у меня такие выводы, что это рандом. Какие там вот эти вот каких чертежи, они везде, короче, у всех разные, походу, если я не ошибаюсь. Потому что реально кто-то говорил здесь, там, там и так далее, но все это неправильно было. Поэтому рюкзак, который мне осталось найти, находится вот здесь. Вообще нам нужно найти вот эти вот детальки. Это технология ткацкого станка, технология лампы и технология улучшенного верстака. И с помощью него, как я понимаю, мы сделаем себе рюкзачок. В таком случае мы собираем стрелы, мы делаем себе копьецо еще одно, скорее всего. И погнали, волчонок, и погнали потихонечку под утро, скорее всего, в путь. Да, я тут готовлюсь, а у нас буря. На третий день зимы, блин. Это у нас так, февраль, это походу последний день. Короче, каждый день у нас буря. В прошлый раз, мне кажется, у нас была только одна буря за всю... Твою мать. Я тебя сейчас как за оружие. Иди сюда.
Чего такое? Какие звуки страшные. Охренеть. Я думал, там еще кто-то сзади, блин, подошел. Тихонечко. Я раздетый, я сейчас замерзну. Минус 41. Да, фризинг был уже. А, да, моя курточка здесь осталась. Так что готовимся дальше. Короче, у меня что есть? Так, секундочку, у меня есть одно копье, у меня есть новый лук, потому что тут уже был почти что, ну, сломан, вот он тут лежит. Надо будет его тут доломать. А, топорик и еще одну кирку, эту, как его, пику сделаю. И на этом, как говорится, мне хватит. Плюс стрел мы сделали еще больше, чтобы можно было, как говорится, опля, спать надо. Чтобы можно было отбиваться. Все, спим. Все, друзья мои, короче, собрался. Пока собрался, кстати говоря, наступила весна, март. Поэтому смотрите внимательно. Мы сейчас пройдем через крокодилье угодье и заедем прям в последний город, который в этой игре есть. Это прям на тот конец карты. То есть я туда дойду до вечера, скорее всего, а может быть просто к вечеру. Это значит, я себе взял вещи разные для, короче, палочки, досочки. Для того, чтобы скрафтить себе деревянный фундамент, это доска 6 штук. Бревен мы там еще нарубим. И само собой, мебель. Досок еще 6 взял для того, короче, 15 в общем взял, на всякий случай. Для того, чтобы сделать еще... Стоять, камушек мне нужен для того, чтобы сделать еще кровать, чтобы поспать. Ну, короче, будем там, поговорим еще. Кстати, да, взял с собой еще ящик. Мне интересно, вот здесь у нас лед. Крокодилы по льду сейчас ходят? Или они подо льдом сейчас плавают? Даже такой момент есть. Момент интереса. Взял с собой еще ящик, да. Забыл про него. Ну... Где крокодайл? Надеюсь, здесь у нас прям не обвалится лед под нами. Че, вообще нет? Крокодайлы? Да, там гуляет один. Один крокодил. Все-таки там гуляет вдали. А рядышком, надеюсь, никого из крокодилов у нас не будет. По пути, окей. Более-менее взяли правильное направление. Это на север? Нет, это у нас не чистый север. Чуть-чуть левее. Это вот так как-то. Да. По дороге уже нашел себе уже и пропитание, и фрукты, и овощи, и все, что хочешь. Так что голодать мы здесь не будем. Не, ну для того, чтобы в этот, блин, город пройти, я не знаю. Ну прям просится, конечно, можно туда пойти, а прям просится этот мост. В полном серьезе, прям... Ну, здесь как бы еще лед, нам еще, наверное, повезло сейчас. А на самом деле здесь было бы неплохо замутить мастецки. Правда, для этого тоже нужно время потерять, там работать, тягать эти вот, рубить. Давай, поднимайся, что ты, блин? Ну, чувак, блин, ну, елки зеленые. Не хочет он такие подъемы тянуть. Так, секундочку. Все правильно, едем. Да. Это был первый зомби. Это был прям первый, самый первый. Давайте пойдем посмотрим, как этот городишко, ну, сверху выглядит, а? Друзья мои, новый город. Совсем прям новый город. Давайте посмотрим. Красивый, да. Амбарчик, ангарчик, амбарчик, хрен его знает. Окна есть. Круто. Мне кажется, дома по-любому будут одинаковые. То есть везде... Дома, но они прям... Олень, не пугай меня, блин, ё-моё. Ух ты, улучшенный верстак. Прям здесь находится. И мне сейчас осталось только... Какой перевес, ты чё прикалываешься? А, досочки. Знаешь, я уже должен вот все эти вот досочки сюда перекласть. И... Ну да, я скорее всего... Да чё ты это... Я, скорее всего, здесь буду ночевать. И давай ночевать мы будем. В таком случае. Прям вот здесь. Смотри. Вот. В доме, в этом, в ангаре не буду, потому что, мало ли, там, может быть, что-то забагуется. Давай досочки сюда за этого засунем. И пару этих бревен. Где у меня этот топор? Вот он, топор. Сколько их надо? 6. Не, погоди. 4. Вот.
а вот 4 бревна. Отлично будет. Строим себе, как говорится, маленькое убежище, то есть кроваточку. Это значит, когда тебе страшно будет, возьмешь, да и засунешь себя под эту, кровать. И нормально будет. Давай еще 3 бревна. А, отлично. Что-то я тут просчитался, не глянул. Нормально, сколько нужно было. Теперь я вижу, уже темнеет, или мне кажется, или это тоже будет. Ха, Дождевич. А что тебе не нравится? А, жажда у него. У него жажда, видишь ли. Мебель. Ой, так, чпоньк. Тихо. Не спать, какой спать, блин? Я спать лег. 5 часов вечера. Попить хочешь? Чистая вода. На, да хотя какой на. Смотри, нет. Вот так вот. Попьешь. Потом еще воду нормальную попьем. Серьезно? Ну давай беги. Я не против. Иди сюда к нам. У нас тут места, так сказать, всем хватит. Доски, скорее всего, я уберу их. Само собой, мне они сейчас не нужны. Вообще не нужны. Это вот говно тоже уберу. Тоже не надо. Палки я копье себе сделаю. Правда, мне еще одну палочку найти. Вот так вот. Я просто хочу себе сделать еще одно копье. Расть. Двасть. Вот так вот. Иди сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давай. А, отлично. Говно убрать. Медный фрагмент убрать. Убрать не нужно. Семена кукурузы нахер надо. Да это тоже убрать не нужно. Все. А я готов сейчас. Готов полностью и ко всему. Опля. А вот оно, лутание начинается, друзья мои. Лутание. Пустая баночка. Железная руда. Железо нам надо, железо мы берем. Все, здесь у нас ничего нет, ангарчик уже пуст. Если я где-то что-то пропускаю, опять же, ну, вы это пишите. Я постараюсь вернуться, как обычно, и забрать. Так, дальше. Едем. Тут что, домов вообще нет? Тут только ангары? Так. Не, картофель мы брать не будем. Хотя картошки у нас очень мало. Картошки у меня довольно мало. Пока что буду брать, так уж и быть. Как пылесос буду все собирать. В полном серьезе. Как пылесос. Такое ощущение, что здесь домов нет. Нормальных. Но уже чертеж один есть. Это меня радует. Электрические детали, которые нам, по идее, нужно скрафтить. Огурцы, арбуз. О, кевларчик. Кевларчик. А, железные фрагменты 3H. Испорченная. Ну, это мы и так сами можем делать. Испортить еду, скажем. Механически. Че ему не надо, блин? То есть, че ему надо? Вода, блин, да вода. На тебе воды. Попить. Сколько осталось? 110. Вообще отлично. Я не знаю, вот вы пишите, показывать вам городишко, какие мы находим, или не показывать. То есть пропускать эти моменты. Это весь город? Да ну. И здесь должно быть 3 чертежа, из которых один я уже нашел. Чё-то я их не вижу. 3 чертежа. Тут пару зданий, блин. Ё-моё. Может, тут что-то, не? А то мало ли, сейчас еще пропущу и все. И на этом, как говорится, трындец. Эй, разрабы. Вы че, блин? Дайте мне дома, ё-моё. Ха, однако, иди сюда ты. Че ты копье дай сюда, кому говорю, блин? Ха, приколись. Он меня за забором не видит, я понял. Да, я рисковый парень. Так-с. Это как минимум странно. Там был. Сзади ничего. Короче, я знаю, что здесь должно быть еще 2 чертежа. Смотрим еще раз. Смотрите. Не открыто.
ткацкий станок и технология лампы. Ткацкий станок именно для рюкзака. Мне нужно его срочно найти. Может... Ага, тропиночка. Тропиночка, не зря она тут есть. Один? Нет, тут больше. Домов тут до хрена, я понял. Это есть круто. И круто еще, что у нас есть фонарь. Рыбий жир. Да, ё-моё, чё я его беру? Рыбий жир я и сам приготовлю. Как... А у нас не было такого. Вот так вот должно быть. А не так, крыша протекает. Плохо. Окей. Пока что я вам показывать пластик, показывать полностью все. Вот пару домов покажу, а все остальное вырежу. Только когда какую-то книжку найду, тогда вот покажу. Потому что видосик у нас опять же часовой будет. Это плохо. Давайте я первый дом все-таки полностью облутаю перед вами. Осколки, да, у нас мы и так сделаем их, когда мы выучим все, что нужно будет для этого. Такс, что там на стене? На стене там, ну, почти что счетчик. Кухонка. Стекло нам не надо, нифига такого нам не надо, нам такие вещи. Вот картофель пока брать буду, пока место еще есть. Если место закончится, то не буду. Бинтов у нас много. Семена мы бы другие брать не будем. Поэтому, ну, в этом доме все. Едем дальше. Ну, да, я понимаю. Идем дальше. О, уголь. Тоже не нужен, я его выкину. Прямо сейчас. Нахер нужен. Рыбий жир тоже много места занимает. Да. Все, пошли. Иди сюда, ящик. Ящик, ты мой лучший друг в данный момент. А лучшего друга у меня нет. Я и мой ящик. Вот так. Так, как мы начнем? Ни хрена не видно. Против часовой, что ли? Ну, окей. Давай. Нифига себе, такого у меня еще не было. Чистый дом. То есть не то, что чистый, а как бы пустой. Вообще нифига нет. Ну, я уже и стекло собираю. Место пока что есть. Но странненько, как будто до этого дома разрабы еще не дошли. Ну, окей. Окей, и такое бывает. Да, у нас уже ночь, как бы прям такая прям кромешная сейчас тьма будет. Мы ни хрена видеть не будем. И, кстати говоря, не знаю почему, у нас тут зомбаков мало. А, да, здрасте. Вот так вот. Вот так. Вот таким вот образом. Следующее. Ну дайте мне чертеж, ё-моё. Чертежа пока что нифига нет. Картошка есть. Всякая хрень. Кроме, конечно же, чертежа. Я прям со скоростью звука сюда захожу. Беру все, что нужно, да? А если чего-то нет... Блин, только не медведи, а? С ним задолбешься его убивать. Вот в полном серьезе. Картофель. Что-то много картофеля. Игра почувствовала прям, что мне картофель нужен. Ага. Ой, в глаз ему стрелять, не в глаз стрелять. И этому медведю, мне кажется, параллельно. Но мне сейчас про... Пластик, охрененно. Он еще в стенах еще застревает. Блин, проблематично будет, если медведь на меня нападать сейчас начнет. Где он? Куда-то он туда ушел. Но я без ящика никуда. Это мой лучший друг, как вы поняли. Так, давай обойдем. Там мы были. Медведь, главное, сиди на месте, блин, и не рыпайся. Спать, что ли? Не, спать сейчас не буду. Где дома? О! Фонарь хорош, но не совсем. Далеко он не показывает. Давай я закроюсь на всякий случай. Так, медная руда. Стеллаж хороший, но пустой. Здесь то же самое. Нужно смотреть. Не, рыбий жир у меня уже не влезает, мне кажется. Деп не влезает. Не влезает. Он слишком много места занимает. Баночки пойдут. Тут... Нет, пусть будет закрытым. На всякий пожарный. Обезопасим себя. Уголь. Я его собираю, блин. Ну нахера? Я не буду. Механические детали уже не влезают. Уголь, иди отсюда.
медная руда. У меня медной руды, блин, дофига. Собирается же на базе. Текс. Давай, давай, давай. Местечко себе делаем. Чпонька, что такое? Железная руда. Железная руда, нужная хрень. Иди сюда. Да. Медной руды, но у нас много. У нас много, мы ее все-таки собирать не будем. Стекла, в принципе, тоже много. Выкину, скорее всего. Где второй этаж? А, это дом без второго этажа. Понял. Долгожданный чертеж технологии лампы. Но хотя с лампами у меня так себе. Что ты хочешь? Жажда у него, да? Так, секундочку, что у нас там осталось? У нас остался один чертеж ткацкого станка. Блин, вот прям для рюкзака. И он у нас остается последним. Но это вообще нечестно. Вообще, иди сюда, кевларчик. Это прям вообще нечестно. Нам нужен тот гребаный чертеж. Как вы поняли в прошлых сериях, он должен, может быть, чертеж и здесь, и на стуле мог быть везде. Но его нет. Едем в другой домик. Два зомбака? Ни хрена себе. А что вы там делаете? Давай, давай. Ой, что-то не туда попал. А, ты ползающий, ты ползающий. Молодец. Ползи ко мне, маленький. Ползи, ползи. Ну-ну-ну. Молодец. Красавчик. Вообще замечательно. Что-то картошки он... А, немного картошки дает. Короче, в чем прикол? Кровать мы для чего делали? Для того, чтобы на ней спать, правильно? Правильно. Значит... Да. Спокойной ночи. Под звук кричащего зомби. Но что может быть лучше, чем такой вот звук, прям когда ты спать хочешь? Или даже спать ложишься. Окей. Блин, я уже все облутал. И где-то что-то профукал. Одну книжку мы не находим. Копье мое каким-то боком здесь уронил. Сейчас у нас два копья. Ну, вновь два копья. Это круто. Но вот чертежи ищу дальше. Так, где ящик? Иди сюда. Так, что я не увидел ночью? Скорее всего, какой-то дом ночью не увидел. Поэтому идем заново к этим домам. И сейчас найду 100% дом, который я еще не лутал. О чем я и говорил. Да, все это вот облутано. А вот здесь последний домик. Походу... Свинка, здрасте. Походу я его не видел. На всякий пожарный еще у нас будет вот такие вот... вещи тварь. Опля. Чертеж технологии ткацкого станка. Друзья мои, мы преуспели немножко. Все чертежи изучены. Сейчас как бы пора пойти домой и начать все это вот дело крафтить. Правда, я облутаю этот сначала домишко. Ну, что могу сказать? Все облутал. Полностью все. Смотрите, что мы забрали с этих вот домов или с этого города. Вот столько, очень много ресурсов почти что заполнился. Можно было здесь что-то еще засунуть, но это такие не очень-то нужные предметы. Поэтому, друзья мои, мы умеем сейчас крафтить прям, я не знаю, прям все подряд. То есть сейчас не будет никаких отговорок, что этого я не умею, этого нам нельзя пока что. Слишком рано, нет такого. Короче, мы с вами заканчиваем. Свинка, ты как бы это, попрощайся с нашими ребятками, а мы пойдем потихонечку домой, возьму своего лучшего друга, вот этого вот говнюка, и потихоньку направимся где-то вот сюда, да? Да, где-то вот в это направление. Сейчас у нас 9 часов 20 минут. Если вам все понравилось, не забудьте поставить пальчики вверх. Не забудьте, что в следующей серии у нас очень много крафта, новых предметов и так далее. Если вы это хотите увидеть, опять же, поставьте пальчики вверх и напишите какие-то советы по игре. Свинка, тебе ничего не кажется? Свинтус, дай я тебя закрою. Смотри, чпоньк и чпоньк. Все, у свинки свой дом. Друзья мои, всем удачи и, конечно же, всем пока.